Друзья, всем привет! Сегодня мы опять на водоеме. Сейчас где-то 20 минут 7 вечера. Где-то 28 апреля, я уже в числах запутался. Сегодня тестирую три вида бойлов. Это здесь будет чеснок, здесь у нас стоит мед, а здесь клубника. Только на эти снасти буду ловить, ну еще на удочку для отвлечения. Сейчас буду закидывать. У нас идет серия тренировок, потому что у нас 2-3 мая с друзьями рыбалочка намечается, а тут я вот на своих водоемах тренируюсь. Так что сейчас буду забрасывать. Начинаем рыбалку. Смотрите видео до конца и не забывайте про комментарии. Так, закинуты все три спиннинга. Я разложил свою удочку. Сейчас будем думать, на что тут ловится. Попробуем опарыша, попробуем тесто. Будем экспериментировать. Это удочка. Кто? С зеленым поплавком. Май. Теща первую рыбу поймала. А ну, покажи. Вов, ну не дергай. Да, нормально, не такая уж и маленькая. О, карась. Да. Угу. Чесночную донку что-то подергивает. Но пока не долбило, возможно, просто прикормку рыба ест, пока сильно не дергала. По провису лески вижу, что она подергивается, и кончик тоже подергивается. А вон мед только что дернулся немножко, он дергается, да. Поэтому будем ждать, начиная смеркаться. Сейчас быстро напишите в комментарии, как вы думаете, получится сегодня что-то или нет. А в конце видео вы все увидите сами. Клюет. А тесто клюет, да. Да, вот у меня сейчас стал тесто насаживать, да. А у действительно опарыша клюет. Непонятно. Да. И на тесто. Так, попробуем-ка мы перезабросим. Так, ребята, у нас уже на каждой донке по ударчику было, но летают летучие мыши, неизвестно это, они цепляют леску или это реальные поклевки были. Но мы все узнаем, когда будем доставать донки. Сейчас я пока их не достаю, нам осталось тут всего лишь минут 20 посидеть до полной темноты. Я взял фонарик, так что будем сидеть до полной темноты и буду, когда сматывать удочки, все вам покажу. Рыба то. А вот сейчас летучая мышь пролетела. Вот прям, может быть, на камеру было видно даже. Так, вот посмотрите, сколько карасей наловили сегодня. Вот, я даже крупненького поймал одного.
Ну, короче, где-то так. Это все на удочку. На донку пока ничего. Так, а на этом все. Мы собрались домой сегодня на спиннинге. Ничего не поймали. Ловилось только на удочке. Ну, попробуем завтра утром. Не перекинул его?
Да ёпсель мой. Попался же ты мне такой. Оп.